Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Иди своей дорогой, сталкер. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар «Сторинген». Мы всегда рады новым посетителям. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наш... Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Если кто-то проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Эх, чё? Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Что за понятие? Точно не хорошо справишься. Что на роду написано, так оно и будет. Не учатся ничему некоторые и учиться... И как меня угораздило? На американском не смотрели себе крышу. Смертельная аномалия.
Подходи, сталкер. На таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Если кто помог. Удачные звери по цвету шкуры. Они как разбойничали, так и разбойничали. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Эх, блин. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Здорово, Меченый. Принес документы с Агропрома. Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяина арены зовут Арни. Его координаты я тебе скину. Значит так, по документам, которые ты принес с Агропрома, кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию, похожая на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится 2 электронных ключа. Один я тебе дам, а второй заберешь у Борова в темной долине. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X-18. Проникнуть в нее и добыть недостающую часть документа. Не забудь достать костюм, защищающий от радиации. Без него ты не пройдешь. Ну что, Меченый, берешься? Сегодня пристегнешь. Сейчас бы дома оказаться. Чу. В гамачке. Да с книжкой толковой. Не тормози, хорошо. Моя информация может тебе пригодиться. Чего? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Опять сапожищи хреновые подсунули. Что у них, совсем совести нет у этих... За неделю подошвы гоплых. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Эх, чё?
еще. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Пожрать бы чего хорошего. Подходи, сталкер. Я таких, как ты, у меня всегда еще что-то полезное. Если б кто помог...